Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами снова Эдисон, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В принципе, в прошлом эпизоде мы немножко еще достроили свой дом, немножко мы побывали в шахте, нам нашли 5 алмазов, и в принципе, сейчас я продолжу быть в шахте, копать ресурсы. В принципе, извините, если я долго нахожусь в шахте, просто я еще раз скажу, что в шахте мы не так уж и много проводим времени, если так посчитать, то... Мы в шахте вообще были только пару раз, а даже когда ты не очень часто ходишь в шахту, то ты уже как бы даже немножко можешь заскучиться за шахтой. И вот сейчас я пришел в шахту, уже вроде вторая серия, и я еще немножко покопаю ресурсов, может найду алмазов, может еще чего-то найду. Ага, ну тут у нас только лава. И уровень мы себе тоже набьем. 18 уровень у нас уже. Так, сейчас мы спустимся вот сюда. Да, тут у нас, наверное, алмазов 100% не будет. Да, так, сейчас мы поднимаем... Ой. Сейчас мы поднимаемся наверх, 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 вот сюда. Ой, да чё я куда-то... Вот так. Сейчас, куда бы нам пойти, в какую бы сторону нам пойти, если мы отсюда пришли, значит, мы, наверное, пойдем куда-то вот туда или вот туда. Уголь, 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 мы сейчас опять выкопаем. Угля у нас уже, конечно, 2,5 стака, но уголь нам нужен, так как мы сейчас, ух, мы же сейчас будем априконы начинать делать. А у меня вообще, как бы, у меня даже покеболов нету, у меня 0 покеболов. Офигеть. Так что, действительно, уголь нам сейчас очень нужен, так как будем собирать априконы и будем себе делать покеболы. А 20 априконов, как бы, это 20 покеболов, но 40 априконов, как бы, нужно 20 желтых вроде априконов и 40 черных априконов, чтобы сделать 20 ультраболов. Да, так что мы их будем еще как бы жарить в печках, так что угля нам, конечно же, пригодится, и плюс к тому у нас 2 дома, так что уголь нам нужен, плюс к тому же на факелы те же нужен уголь. Так, сейчас. Ставим тут факел. Ух, сколько угля. Тут у нас, в этой комнатке у нас тут уголь. Ух, какой уголь? Железо, я уже что-то только уголь говорю. Кстати, сейчас мы посмотрим, сколько мы железа надыбали. 62 штуки, вот сейчас будет стак. Отлично, отлично, это, конечно же, очень отлично. А, значит, тут мы уже были, если тут факелы. Ну да, тут мы 100% были. Мы просто круг такой небольшой сделали. И пришли вот сюда. С другой стороны мы зашли. Сейчас мы выкопаем весь этот уголь и заберем себе. И в принципе в следующих сериях я, наверное, я уже немножко еще усовершенствую свой дом. И плюс к тому я, наверное, уже начну выращивать априконы и начну делать себе покеболы. Так как покеболы — это же покеболы. Покеболы всегда нужны, чтобы ловить покемонов. Так, заберем лазурит, неизвестно зачем. Лазурит, конечно же, я не знаю даже, на что нам можно использовать этот лазурит. Так, выкапываем весь этот уголь. Кстати, да, у нас уже пару ячеек осталось в инвентаре, если мы что-то найдем. Да, в принципе, у меня есть 14 кожи, и можем скрафтить себе потом бэкпак, если что. И скласть туда ресурсы. Так, сейчас мы куда пойдем? А, ну там мы уже были. А, так. Сейчас мы пойдем, наверное, все-таки сюда. Я не знаю, что там может быть. В принципе, выкопаем сейчас уголь. О, да опять уголь. Железо мы выкопали. В принципе, железо нам тоже нужно, так как делать нижние части для покеболов, они же железо делаются. И, в принципе, железо всегда потом может на что-то и пригодиться.
Не знаю на чё, но чё-то пригодится точно. Так. Ну, сколько тут в это золото? Золото, золото. Чё, у нас уже места 5 в инвентаре нету? Да есть. Да чё за хрень? Чё оно назад как-то вернулось, залагало и... не знаю. Так. Покушаем и опять идем сюда. О, уголь у нас тут. А, это только 24-я высота, так что даже если мы будем сейчас тут рейд, то алмазов мы не встретим. Тогда что нам делать? Как нам вообще вот тут подняться? Я себе не представляю. Наверное, все-таки вот так копать. Хотя я не знаю, куда мы сейчас это все выкопаем и куда мы закопаемся. В смысле, куда мы будем копать и куда нас эта дорога приведет. Ага, там у нас сверху, как я понял, одна лава. Ой-ой-ой, да че ты... А, лаги. Лаги. А, так, о, уголь. А если сейчас вот тут будет падать этот гравий, то манал я выкапывать весь гравий, чтобы забрать уголь. Все. Пока я вот тот гравий весь выкопаю, сдурить можно. Так, сейчас, куда бы нам пойти? В какую бы сторону нам пойти? Еще железо. Алюминия что-то нету. Хотя алюминия нам не так уж и много нужно. О. Еще лазурит. Берем. Не знаю зачем, но берем. Да твою ж... Это вода? А, бесит. Так, отличненько. Там вроде не светит никакой свет, значит, там мы еще не были, так как факелов там нету, хотя один есть. Как нету? Мы же отсюда и пришли. Да, мы отсюда пришли. Так что куда нам можно пойти? Только вот туда, я так думаю. Да твою ж фуражку, да... Это конченая вода. Ну смотри, что она делает. Твою... Вот бесит такая хрень, когда не дает забраться. Все, можешь сейчас попукаться своей водой. Я и так залез. Ага, еще значит сюда мне залазить нужно. Ни хрена себе, сколько там шахт впереди, видите? Туда, куда я смотрю, сколько там всяких развилок, шахт и всякого такого. Да, вот так. Идем мы сюда. Ух ты, сколько туда нужно будет копать, если мы туда будем идти. Я, наверное, нажму сейчас на паузу и просто туда прокопаю, а потом возобновлю съемку. Я долго туда буду копать, наверное, но все-таки постараюсь. Так что нажимаем на паузу. Итак, дорогие друзья, я уже немножко выкопал, какой там туннель я прокопал. И вот, у нас закончились места в инвентаре, так что сейчас я, наверное... Ну, что за звуки там? Сейчас я, наверное, себе создам... создам я себе верстак. И сделаю я себе бэкпак. Отличненько. Что нам сюда положить? Вот эти все ресурсы, которые мы накопали, мы, конечно же... Это все ложим сюда. И это все поднимаем. И так что отлично. Ой. Сейчас мы продолжаем. Я опять нажимаю на паузу. И если, когда я докопаю туда, то я, наверное, опять возобновлю и
пожалуй, пошаримся там, а потом вылезем с этой шахты, так как больше в шахте уже это будет слишком находиться, так как я уже тут нахожусь две серии подряд, так что я туда докопаю и сразу возобновлю съемку. Все, нажимаем на паузу. Итак, дорогие друзья, я выкопал вот сюда, и я оказался вот тут. В принципе, сейчас мы продолжим сразу же отсюда. Вот, я докопал до этих всех развилок, шахт, которые вот тут есть, как вы заметили. Сейчас мы будем продолжать это все выкапывать, чтобы... Просто, смотрите, я, наверное, сделаю так, как бы я сейчас... Ну, я сейчас как бы нахожусь в шахте две серии подряд, только, наверное, для того, чтобы напастись ресурсами. И, в принципе, как я и делал это. Ну, вот сейчас я набил там 3 стака. О, там еще куда-то есть спуск. Ой, извините, там машину, наверное, очень слышно было вот сейчас. И... В принципе, я набил где-то 3 стака, 4 даже стака угля, где-то 2 стака железа, 5 алмазов, немножко золота, редстоуна, лазурита. Это как бы я набил, чтобы хватило, а потом посмотрим. Если, например, опять уголь закончится, то, в принципе, мы опять сможем пойти в шахту. Вы, там, кстати, видели, была заброшенная шахта, ну, в смысле, вот та шахта. Сейчас я, наверное, все-таки туда пойду. Ой, отлично. И тут что-то все-таки есть, но... Алмазов тут нет. О, там сундук. О, и тут еще лава. Так что сейчас мы, наверное, сначала все-таки спустимся сюда. Так как лава это лава. Возле лавы и алмазы могут быть, но... Что-то я алмазов не вижу, а дальше идти я как-то не хочу. Так как вот эта вода... которая уносит. А, ладно, вот так тогда. Так, там у нас сундук был, да? Сколько тут лавы, ух ты. Что-то я как-то аж не хочу туда идти или под себя копать даже один блок. Шириной как бы в один блок. Ой, фу, чуть не упал. О, отлично. И арбуз. Арбуз, семена арбуза. Я не знаю, пригодятся ли они нам или нет. Хотя, в принципе, арбуз это арбуз. Ну да, логично, арбуз это арбуз. Посмотрим. Ни хрен. Да, я так упаду в лаву 100%. Что там у нас? И тут что у нас? Тут у нас лазурит. Забираем. Тут у нас нифига. Тогда идем сюда. 15-я высота. А, лавы тут, конечно, дохренище. Я уже, не знаю, пару раз чуть не упал в лаву. О, еще что-то. Как меня эта вода бесит. В смысле, не то, что вода, а как бы вот это, что уносит. Вот. Так, покушать, покушать, покушать. Лава. Так. Фу. Ладно, ты там остывай, лава, вытекай, или что ты там сейчас вообще будешь делать. А я пока вот тут так сделаю и, наверное, все-таки выкопаю один вот этот. Не знаю, зачем он, но, в принципе, пусть будет. Ух ты. Лавы тут дохренище просто. 12-я высота. Железо я вижу, а хотя бы парочку алмазов нет, нету. О, ну туда можем пойти, там я вижу еще какие-то большие промежутки есть, в смысле, может там и алмазы будут. Да, шахта, конечно, огромнейшая. Я уже столько всяких развилок нашел в этой шахте, что я уже как-то затерялся даже немножко, куда тут можно пойти. Ой, я там пауков слышу. Это хреново. Так как там спавнер. А я к спавнеру, если честно, не очень так хочу. Так как заспавнится там сейчас миллион пауков, а у нас даже нету
В смысле, меча и еще что-то. А пока я разрушу, наверное, вот тот спавнер, то... Меня эти пауки закусают, наверное. Угу, значит, тогда мы сейчас все-таки лучше пойдем сюда. Алмазы! Алмазы, алмазики. Ой! Пауки, 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 пауки. Иди нафиг, паук, иди нафиг. У меня даже меча нету, чтобы тебя убить. Алмазики. Два алмаза. Не густо. Как бы два, ну, в принципе, два алмаза это тоже хорошо. Тоже порадоваться. Четыре алмаза. А вот это уже отлично. То бишь, у нас сейчас 9 алмазов мы нашли. Офигеть. Если так посчитать, то у нас уже 38 алмазов. Это не то, что алмазный сет можно сделать. Так это почти два алмазных сета можно сделать. Только зачем? Да, вот это один вопрос. Зачем нам нужен алмазный сет? 25 уровень. В принципе, кирку можно будет зачарить. Так, тут у нас... Тут у нас. Смотрим так сверху, может, еще какие-нибудь ресурсы или тот же алмаз найдем. А тут у нас что-то есть? Нет, тут у нас нету, тут у нас тупик. Ага. А тут у нас что-то есть? Алмазики? Нет. Алмазов тут пока что нету. Ну, в смысле, пока что. Если тут сейчас алмазов нету, то они не заспавнятся, нет? Так, я думаю, уже сейчас можно вообще как бы шахты будет выбираться. Ресурсов мы уже, можно сказать, дохренище нашли. Вообще шахта отличная попалась, вообще отличная. Мало того, что мы нашли там сначала какую-то шахту, помните, где в песке, когда я копал песок, чтобы... Это вроде в предыдущей серии было, в предыдущем эпизоде, когда я копал песок, то... Опять места нету в инвентаре. Да. Когда я копал песок, то вы видели, что я там нашел такую небольшую дырочку, которая как бы показывала, что снизу есть шахта. И я туда прокопал, и действительно там была шахта, потом я еще прокопал, нашел другую шахту, потом еще так копал, нашел третью, четвертую шахту. Потом я еще прокопал, нашел пятую, шестую, седьмую, потом прокопал вот эту большую, нашел. Как бы шахту действительно очень много. Это классно. Не нужно было выходить снаружи и искать еще какую-то другую шахту. А вот просто в одной шахте мы это... Ну это нафига я сделал? В одной шахте мы накопали себе дофига ресурсов. И это отлично, что мы не искали еще другие шахты. В смысле, не выкапывали наружу и не шли искать другие шахты. А сразу нашли все в одной шахте. И это офигеть. Офигенно. Так что, так, куда мне нужно идти? Да, я сюда пойду. Да где там эти пауки уже задрали? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Лава. Так, туда можно... Да, нафига я... Перебираемся туда, а то сейчас еще загорится. Ой, да там же сундук. Я облутал этот сундук. Он у меня за спиной стоял все время, а я его даже не увидел. Ну, 100% облутал, да. Так, сейчас мы... Я вообще вот сейчас немножко туда прокопаюсь, просто посмотреть, нету ли там еще сундуков, нету ли там алмазов. Вот, кстати, один сундук я уже нашел. Так, сейчас я иду забираю вещи с этого сундука. Немного тут вещей всяких. И суть в том, что я сейчас, наверное, уже буду выбираться наружу. В смысле, даже не... Какая шахта огромная, вот эта заброшенная шахта. Там еще таких три шахты где-то. Так, ресурсов тут нету, в смысле алмазов.
Че, выкопаем еще немножко угля, в смысле железа, че опять угля сказал. Ага, тут у нас уже ничего, тут у нас камень, в смысле огненной камень для... Да, вот эта вода бесит. Еще раз скажу, что бесит, потому что она действительно бесит. Ой-ой-ой, опять машина там пролетела какая-то. Ага, а тут у нас что-то будет? Еще огненной камень, но он нам не нужен. Так. В принципе, один у меня есть, но ну зачем мне вот этот камень? Че я с ним буду делать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, телепортируемся домой. Убежали так. Не туда я телепортнулся. Вот сюда нам нужно. Да, вот ресурсов мы вообще кучу надыбали. Вот, только смотрите сюда, уже 9 алмазов мы нашли. Еще, дорогие друзья, я думаю, на этом все-таки можно вот тут уже закончить, так как серия уже нормально так идет. Две серии мы провели в шахте. Это, я думаю, хватит, чтобы накопали себе достаточно ресурсов. Извините, если я просто... Ну, в смысле, не убивал покемонов, не охотился на покемонов, в принципе. Потому что у нас сейчас даже покеболов нету, чтобы были покеболы, их нужно сделать. А чтобы их нужно сделать, их нужно приготовить и все такое. Так что в следующем эпизоде я, наверное, организую тут все ресурсы, что у меня есть. Может, еще сделаю какой-то спуск вниз с этого нашего домика на дереве. Прикольный тоже такой красивый получился. Одна комната, две комнаты, тут коридорчик, тут еще одна комната и тут еще одна комната. Так что, и в следующей серии я, наверное, уже буду с априконов делать себе ресурсы, в смысле, покеболы, наделаю себе достаточно таких покеболов, и потом опять продолжим охотиться на покемонов. Так что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, всем спасибо и всем пока.